Так, сегодня мы добрались до Сибирского федерального университета на Университетской горе в городе Красноярске. Прошлись по гремячей гриве, посмотрели вокруг окрестности Красноярска и подошли вот к библиотеке Сибирского федерального университета. В этом здании мы были еще с Машулькой, когда она поступала сюда. Вот корпус здесь биохимического факультета, дальше за ним такой же светлый, это экономико-математический, и дальше психолого-педагогический. Сейчас мы попробуем. Да, она сюда поступала, ну как бы он же объединяет несколько вузов, в том числе торгово-экономический. Так что здесь все поменялось, все по-новому. Вот, а это вот соединяется, получается, библиотека и корпус учебный.